Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу рассказать вам о наиболее популярных моделях мундштуков компании Ван Дорен, мирового лидера в производстве аксессуаров для деревянных духовых инструментов. Сейчас рынок мундштуков очень разнообразен, и это прекрасно. Есть те, которые предлагают темное матовое звучание, есть те, которые, наоборот, дают яркий открытый звук. Мне кажется, это как с живописью. Кому-то нравится Ван Гог, кому-то Рембрандт, но это в том случае, если вы коллекционер. А если вы художник, то вам гораздо интереснее будет продукция Ван Дорен, потому что эти мундштуки, они как чистый холст. Они не навязывают какого-то конкретного звучания. Они предлагают вам найти свое и звучать именно так, как хотите вы. Начать хотелось бы с наиболее популярных и всеми любимых мундштуков B40 и B45. Это классика, проверенная временем. Многие полюбили эти мундштуки за их универсальность. Они отлично подходят как для оркестровой работы, так и для сольного исполнительства. Я сам играю на B40. Мундштуки линейки M, в частности M30 и M15, имея меньшее открытие, позволяют добиваться более округлого и сконцентрированного звучания, которое, на мой взгляд, отлично подходит для музыкантов, занимающихся сольным исполнительством и камерной музыкой. Мундштуки серии BD относительно новы, но уже отлично зарекомендовали себя как мундштуки, позволяющие работать с глубиной звука, в то же время сохраняющие отличную артикуляцию. Стоит также отметить ровность и собранность верхнего регистра. Важно отметить, что отличительной чертой хорошего мундштука является не только удобство исполнения, но и его совместимость с тростями. В этом смысле, конечно же, связка мундштуков и тростей Ван Дорен является лучшей на рынке. Все перечисленные мною мундштуки, трости, а также другие продукты компании Ван Дорен можно приобрести в онлайн-магазине Glinky.ru или прийти и попробовать их в магазинах сети.